Охватывать уже вот, куда рука должна идти. Она должна выйти уже за шею взять. А ты подворачиваешься, она у тебя остается. Хоп, тебе нечем тянуть, ты не можешь этим тянуть. А это тебе плечо не дает, и получается у тебя туловище вообще искореженное. И верь, надо... Отсюда, когда... Наклонись. Когда бросаешь, вот ты не даешь ему. Вот ты бросаешь. Вот эту руку надо отпустить, и вот сюда, именно рукой. Только при этом захватит твой бросок. Но раз он тебя три раза поймал, не делай. Не делай. Взял захват, сюда постарайся. А сюда вот если ты смотри, вот он взял, вот отсюда. То есть нагрузи его, можно. То есть нагрузи. Раз отсюда. Оп, сюда показал. Оп, сорвал. Все, здесь, чик, чик. Чуть-чуть подергал, все, я сюда ему даю. Выиграй за счет активности. У тебя больше физики, больше сердце лучше работает, потому что ты кросса бегаешь, он не бегает. За счет того, что ты его держишь по краю ковра. Он же не будет думать, что как бросать, он будет думать, как бы не выйти. За счет этого надо выигрывать. Будешь зависать вот то, что ты хотел, все время будешь падать. У него ноги длинные. Залезаешь рука неправильная, он тебя будет ловить. Еще раз, вся борьба. Вся борьба. С правой рукой взял хороший захват. Отсюда. Потащи сюда, раз, просиски, и только потом подворачивай. Рука должна быть здесь. Если рука здесь, то уже не так брать, отсюда. Хоп, отсюда руку сорвал, отсюда. Нет, хоп, отсюда показал. И не надо лезть, надо за счет активности его задавить. Чтобы он с колен не вставал. На соревнования. А мне не волнует, что на соревнованиях. И на соревнованиях можно загонять чувака. Вот так Тома боролся с Думеникой. Думеника за счет отсюда. Он брал хоп отсюда, хоп отсюда. Он выигрывал Тома. Тома выезжал, все турниры выигрывал. А вот с Думеникой не мог бороться. Зато, как Валерий Думеник, он там... Он не так боролся, как с Томой. То есть он боролся так, и так не получал. Вы же все физически сильны. Ну, бывает иногда. Есть люди, которые дома все выигрывают, а за рубежом мало. А наоборот, есть, которые дома не всегда выигрывают, а зато за рубежом все выигрывают. Все, ты понял? Твоя задача замучить, задергать его, чтобы я его накрутил сшито. Вот это твоя задача. Все, у вас нечаянно, я пока ничего не говорю. Ну, последний схватка, ладно. Что, а? Не лезь, не лезь сразу в захват. Больше ходи, больше вари в партере. Как бы пояс, ну, так завязывать как бы нельзя. Сейчас, то есть, надо так завязать, чтобы, ну, я не видел, раз его развязал, вот хоп и упал. Чуть я пояс не развязываю. Так я его уже завязал. Я или ты завязал? Я завязал. Нет, только что. Он уже у меня 10 раз. Ну я не видел схватки. Но? Он был пар. А, пар. Джен! Последняя схватка. У вас решается, кто выиграет капку. Я не вижу. Вазари! Ты сверху, сверху, назад! Переворачивай, держи его! Так и держи! Раз! Два! Поздно. Стоп! Модель! Модель! Шоу! Нужно было сюда заворачиваться. Позади ведет Влад. Его держать надо. Влад, не держи работы. Не держи с ребром. Показывать, но не делать ни в коем случае. Работать, работать, Влад. Где край ковра? Где край ковра? Почему у него не... Дергай. Так, шина получишь, если еще раз делаешь. Стягивание. Давай, подвигаться, подвигаться. За собой тяни, за собой. Руками надо. Не нагружаешь, ничего.
прижимай его. Аккуратно прижимай. Стоп! Стоп! Заталкивай не сюда. Шида за разговоры. Шида за разговоры. Вперед. Хаджина. Не могу тебе объяснить во время борьбы. Что ты будешь знать? Так, осталось 3 минуты. Работаем, Влад. Прижимать, Влад, его надо! Светлана, твой. Мате. Ничего не было. Влад, я извиняюсь, не видел. Но ты так лежал, что на базаре упал. Хаджи! Прижимаем, 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 прижимаем его к краю ковра! Руками так высоко! Мешок, блин! Базари, ставьте держание! К залу не делать прием! Пастухов, вот это только. Эй, сказался не делать тебе этот прием! Базари! Базари, базари, вот этот он бутылку выиграл. Сказал тебе не делать, блин! Хаджи! Базари, проигрываешь, блин! 2 минуты осталось, работать! У него шито есть, еще 2 надо ему! Только не бросок! Работать нужно не бросками, а сюда! Влад собрался! Он захватывает, как... Давай, работай! Не знаю, как он! Давай, давай, Влад! Ногами работай, ногами! Двигайся, двигайся вправо, поведи руками, потом влево! Иди! Не надо подсечки, они не дают твоей возможности работать. Разрешите выйти? Да, пожалуйста. Да не... Руками выводи его из равновесия. Толкай вперед! Назад! Куда руку? Ты что? Опять? Не надо подсечки! Выталкивай его! Да уж не могу! Чего не можешь, блин? Умирает, я не могу всегда вот так делать. Делай! Он же упирается. Ну а как ты хотел бы? Вперед собрался, 1,5 минуты осталось. Вот ты! Вот эй! Боже! Вот же стоял! Почему в эту сторону не подвернулся одной рукой? Давай, 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 2 минуты! Выталкивай его, выталкивай! Стой! Танцуй, мать. Ура. Что? Заправь, пожалуйста. Ну, так, я сам так морозил. Так, не знаю, что-то. Я так не буду. Я так не буду.